Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна. И снова, по-моему, у меня какие-то не те настройки звука на этой игре. Но я вроде сделал все как можно, но, наверное, музыку чуть потише себе сделаю, и так мне станет более-менее хорошо. И, внимательный зритель, что ты видишь странного на этом экране? На что я жаловался каждую серию. А то, что у нас русский язык и куряши все-таки на кей. То есть я не Юриаши, а Куриаши. Это не значит ровным счетом ничего, это значит, что я случайно копался у себя на компьютере и нашел какой-то другой русификатор, а не тот, который я обычно ставил. Но вот видно, что он как-то подглючивает, потому что вот здесь вот можно заметить какое-то нездоровое мерцание. Не знаю, так это или не так. И вот здесь тоже можно заметить нездоровое мерцание, но оно такое нездоровое, но малозаметное, так что к минимум одну серию попробуем поиграть так, а дальше посмотрим. Я вообще не представляю, что это за русификатор. Он у меня валялся, я его нашел. Не спрашивайте меня, где его скачать. И продолжаем просто играть дальше приключения с случайным выбором. У нас осталась единственная ачивка. Как она тут, кстати, интересно называется, в этом русификаторе? Доброе утро. Чё-то я не понял, почему у диска никогда не умрет, у меня картинки нету. Ну, в общем, у меня есть эта ачивка. Не знаю, почему нету картинки. Все, поехали. Приключения. Не помню, что сейчас будет. Помню, что в последней серии мы получили зомби Йетти. А, ну, собственно, сейчас веселье, дружба, жвачка и так далее. Продолжить переиграть. Что будет, если я переиграть? Нажму, мне еще раз зомби Йетти покажет. Давайте переиграть. Почему бы нет? А, ну заодно, да, диалог хотя бы до Ива. Почему так быстро стемнело? Это не к добру. Ну, надеюсь, ты переживешь эту ночь. Угу, где было? Не было, угу, ну и без него тоже. Как-нибудь справимся. И я снова не представляю, о чем мне говорить просто так, поэтому будем пока что сажать. А может быть и нет. Ну, да, возрадуются те, кто не мог уже жить с Дипонией. Я даже забыл, да, все-таки с четвертой Дипонией, которая у нас на канале ровно месяц, по-моему, начала... Ну, кстати, не ровно месяц, а началась она, по-моему, 3 марта, а не 1 марта все-таки, а сегодня 1 апреля. И не ожидайте ровно ничего, что связано с 1 апреля. Я всегда очень не любил этот праздник, я не понимаю его смысла. И как бы не вижу смысла чему-то радоваться с ним. Поэтому сегодня никаких розыгрышей я не придумал. И, скорее всего, и не придумаю. Кстати, очень... Вообще такая гнетущая обстановка на самом деле. На заднем плане абсолютно нету музыки. И как-то это непривычно, я бы так сказал. Но я же все правильно сделал, что... Музыка у меня есть, да, музыка у меня есть, это означает лишь то, что нам хотели сделать гнетущую атмосферу, которая мне, кстати, нравится. Вот сегодня был в Петербурге один из практически первых весенних дождей. Так, весна-то наступила, но как-то дождей вообще не было, и от этого было крайне плохо, потому что снова эти были пылевые бури, которые преследуют последние годы, и все нам говорили в этом году, что... Не будет, не будет пылевых бурь, мы не тем посыпаем. А все равно, посыпали тем, не тем, а бури были. Ну, может быть, не такие уж и бури, но все равно. Если постараться, можно было моментально заметить, особенно на трамвайных обстановках. Обстановках, на трамвайной остановке, которую я довольно часто посещаю по роду своей деятельности. Ну, по роду своей жизни, скорее, а не по роду своей деятельности. Так, кактусов-то у меня сколько много, а? Так, это я могу сажать и здесь, но просто кактусы мне надо сажать тогда, когда я буду понимать вообще, что из себя представляет все, что у нас происходит впереди. Ну, хотя, ладно, пускай так. Я просто уверен, что все равно у меня будет чем отбиваться от этих летающих на шарике. По-моему, они будут в этом уровне, но будут они, видимо, еще не скоро, и я успею все сделать. Так вот, заметить бы их, потому как... Блин, ну реально, такой дождь, такой дождина просто. Интересно, он относится к звукам или к музыке? Я хочу это проверить. Правда, лучше... Так, у меня значок над буквой И. Убираем в полный низ. Да, он все-таки относится к звукам.
Но, чтоб себе не мучить голову, потом при монтаже оставим на этом же уровне. Ну, а музыка, видимо, будет в следующем раунде. Кстати, а я-то думал, что у нас будет случайный выбор, но на самом деле это очень длинный заход, я смотрю. Просто вообще длинный. Недаром здесь дают зомби-йетти, потому что йетти-зомби, как я их назвал в прошлой серии, они просто знатный период этой игры. Это та ачивка, к которой надо идти, и вот если ты ее получил, то в большинстве случаев это могла бы быть последняя ачивка. У меня она предпоследняя, как я уже говорил. Но это просто какой-то водораздел. Я не помню, что такое водораздел, ну, скажем так, граница ощущений от игры, что вот до этого ты был не пойми кто, и 4 года снимал эти 95 серий, или сколько там. А, кстати, записываю хотя бы это все, да, записываю. А вот сейчас тебе дали зомби-йети, и ты молодец. Садить сначала лист кувшинку, да, хорошие. Хороший перевод. Он, по-моему, и разговор тоже переводит, но вот пока что что-то зомби. Приближается большая волна зомби. Шрифт мне нравится. Я бы такой себе даже нашел, наверное, для оформления серий. Кстати, почему-то никто не говорит мозги. Вроде как они должны говорить мозги-то. Я ставил вставление озвучки. Ну, в смысле, и текста, и озвучка, и все, что можно. Но, может быть, озвучка неправильно легла. Не знаю. Уж музыка-то по-любому не могла неправильно лечь, мне кажется. Так дайте мне что-нибудь увидеть. Дайте мне что-нибудь проверить. Я вообще не понимаю, что происходит. Зато эта серия будет очень мало весить. И, скорее всего, очень быстро монтироваться. Потому что в ней очень мало видео. Я замечал, что та же Дипония очень... Ой-ой-ой-ой-ой! Так, давай-давай, сдуй! Успею сдуть? Должен успеть сдуть. Скорее всего, успел, но... Но не видать, да, мне нужен еще один такой кактус, и все будет в шоколаде. Практически. Но вот если я его не найду, все будет очень плохо. Ой, у меня ухо чешется. Так плохо, так плохо. Во, последний кактус. Сюда его, и все, мы живем. Мы живем, пока нас не съедят. Главное, чтобы здесь еще не было этих зомбей, которые едят последнюю линию. И это довольно нерасчетливо с моей стороны было на самом деле не ставить таких зомбей. Вот, как раз они и пошли. Но у меня пока что есть кактусы. О, не кактусы, а есть магнит. О, зомби-йети. Кстати, интересно, он сильный или нет? Его почти не видно здесь. О, сколько мне дали денег-то. Прям как-то мало дали денег, если честно. Я рассчитывал сильно на большее. Но, говорится, дареному коню зубы не чистят, поэтому... Так, вы у меня где-нибудь идете? Вообще, этот магнит надо бы ставить не на передней линии, а где-нибудь в защите и вот здесь. Даже, наверное, если еще пара магнитов выпадет, я их обязательно переставлю, чтобы они стояли всегда защищенные. И всегда были у меня под рукой. Но пока что... Пока что так. И пока что нас все спасает. Мне, кстати, не хватает... А, у меня же водные линии есть еще. Почему я звезды ставлю на... Ну, короче, не по центру. По центру-то звезды это вообще самое то на самом деле. Вот сюда я, по-моему, посадил и это, и сюда... А, здесь уже. Да, здесь уже, и поэтому можно и так. О, как я... Как я... Доходчиво объясняю свои мысли, но я же волнуюсь. Черт, это уже вторая волна. Вторая волна. Так, еще одну звездочку сюда куда-нибудь по центру. Где-то у меня здесь была защита, которой у меня уже нет. Зачем я на воду посадил магнит? На воду мне не нужен магнит, мне нужен на воду абсолютно другое. Так. Есть много. О, кстати, музыка играет все-таки, да, когда идет этот зомби с шарманкой. Но ничего, сейчас у нас тот уровень пройдет, и все будет опять весело и задорно, а пока что настроение, которое мне нравится. Извините, я не могу всунуть ни одной своей мысли, я волнуюсь. Вот будет у нас следующий заход, потому что после этого нам наверняка дадут новый заход в новой локации, и тогда я скажу все, что хотел сказать, и вы узнаете обо мне буквально все. Чего не узнали за последние 4, 5, 6 лет и так далее. Какой я был молодой, когда все это начиналось, черт, у меня едят. У меня едят задницу. Ну да, вы меня поняли. Заднюю линию. Читал тут один забавный текст на 1 апреля сайт. На сайте Sports.ru в каком-то блоге были цитаты из комментаторов. Там, конечно, из Василия Уткина было очень много забавных цитат. Тоже было и про то, что...
Квата там что-то проперят, а что-то зад у них остался абсолютно голый, но это далеко не самая цитата, либо красивая, просто пришлось к этому. Черт. Короче, у меня пересохло горло, сейчас вернусь. О, я вернулся, продолжаем. Чё-то, кстати, поймался на забавной мысли, что я сейчас вся в голове называл все это почему-то боулингом. Ну, видимо, потому что такой уровень, где тебе дают не пойми что. Я только-только сейчас понял, что это мы засаживаем обычный сад, но делаем это, скажем так, несколько специфическим образом. Мне кажется, магниты абсолютно бесполезно уже сажать, они едятся просто моментально. Было бы здорово это победить с первого раза, но я не гарантирую на самом деле. Я тут тереблю микрофон. Учили в детстве не теребить микрофон, да. Что у меня очень много этих вентиляторов, и они мне бесполезны, надо от них избавляться. Еще одну защиту сюда. Ага, эту линию у меня не съели. Сюда можно звездочку посадить, хотя сюда надо было бы магнитик сажать на самом деле, но... Эй, дайте свет, чё так долго уже света не было? Сюда еще звезду. Ага, и последняя волна. Или последняя... А, последняя волна будет очень быстрой, но очень-очень большой и активной, да? У меня сзади все нормально, у меня там ничего не съедено. Последняя волна, да. Практически как финишхим. Но слово финишхим я тоже не могу исполнить как надо, не буду пытаться, я могу его исполнить, но... Не так быстро и не так волнительно, черт, у меня там столько всего происходит сзади, я ничего не вижу. Все, короче, вот сюда, просто все, и кактусы, и деньги. Кактусы, места свободного нет под кактусы, еще один магнитик, он здесь будет жить. Мы назовем его Толей. Кактусик. О, все. И свет дали немножко. Не, немножко только. Все, взяли. Победили. Аж целых 12 минут-то занял, хотя у меня вступление было долгое, так же минут 10. О, это ваша крыша, курияши. Что мне нужно на крыше, чтобы у меня было все хорошо? На крыше мне нужно... Цветочный горшок... И... Солнышко. Ну-ка, ясно, солнышко. Вот оно. Ну и вроде все. Дальше на крыше можно пытаться отбиваться своими силами, так что... Закрываем глаза и тыркаем куда попало. Кстати, у меня... Да, ну... Я, кстати, снял второй монитор, так что теперь у меня на второй монитор точно не улезает мышка. Мешался он мне что-то, я поймал себя на мысли, что... Я не включал второй монитор последние 2 месяца с нового года. А, с нового года прошло 3 месяца. Ну, значит, 3 месяца. Поэтому пока что я его временно убрал. Зато стало как-то просторнее. Все, закрываем глаза еще раз. Чё-то звуков как-то мало. А нет, кстати, все выбралось. Ну так себе, ну совсем так себе, ну вообще так себе. Это вообще бесполезно, а это на это очень долго копить. Хм. А, ну так у меня ж все, что надо, все дано в этом случайном выборе. Можно было бы его даже поставить все условия и не пытаться им пользоваться, но с другой стороны, если дают, то, как я уже говорил, про дареного коня. Эх, послезавтра Зенит с ЦСКА играет. Это будет еще воскресенье, 7:30 вечера. Как хорошо. Давайте играть. Поехали. О, а я ж забыл, я думал, что надо будет все эти емкости сажать прямо вот так. Оказывается-то нет, оказывается, они уже тут наполовину крыши есть, правда, их, наверное, съедят быстро. И я забыл, что-то мне крыша подсказывает то, что на самую последнюю линию солнца не надо было сажать, но... Я вообще не помню, когда я последний раз играл в уровень на крыше. Вполне возможно, что это было когда-нибудь уже год назад, если не больше. Так что, да, кому интересно, можете полистать серии назад, подсказать мне, в какой серии последний раз у нас фигурировала крыша. Даже, так скажем, именно по сюжету, потому что, может быть, я где-нибудь от грусти переигрывал какие-нибудь мини-игры. Но это же не означает, что она там была просто так. Это означает, что мне захотелось, и она была. Кстати, должен признаться, музыка на крыше мне очень нравится. Даже не знаю. Может быть, это просто от того, что я слышу что-то новое.
очень долго были абсолютно другие музыки, но эта музыка меня пока что навевает на хороший лад. Поднимается настроение. Хорошее настроение мне нужно, потому что сразу после этой серии мне нужно еще снимать хотя бы одну серию по Дипонии. Она будет то ли 24-й, то ли 23-й, то ли 25-й, я не помню. Ну, короче, я там еле-еле в последний склеил 4D-очки. И вот, мне нужно, чтобы было как-то хорошо, потому что последняя серия была, конечно, ничего, но какая-то несколько скучноватая. И вообще, Дипония заканчивается, а Дипонию надо заканчивать эпично. Эй, ну да, ты не стреляешь, потому что у тебя угол наклона крыши. Кстати, про это... Эй! Знаете-ка мы вас заморозим. Хотя, блин, я денег сейчас угроблю. А, у меня гриба нет! Черт, я вас не отморожу, это абсолютно бесполезно. Тот же Дмитрий Бочилов в последнем, по-моему, своем новогоднем выпуске рассказывал о какой-то интересной игре, где вот тоже... Ну, представьте себе, практически какой-нибудь Red Alert или Command & Conquer. Все время не помню, как правильно называть эту игру, но, по крайней мере, я ее называю уже не Command & Conquer, как в детстве, и это хорошо. Скорее всего, все-таки Conquer. Хотя вроде R на конце не читается, но Conqua вообще это странно. Говорить, так что будем считать так. Ну, короче, такая вот стратегия в реальном времени, но... Где расположение зданий, пушек и юнитов еще учитывает уровень наклона, и вот... Если ты построил что-то не так... Эй! Бейте! Бейте, чем защищаться-то, блина? Я сейчас все деньги протрачу. А, кстати, мне ну что-нибудь дешевое мне нужно. Ну, блин, забей ты его уже. Ну-ка, не успел, все, сейчас будут есть. Сейчас меня нагнут, а я еще эти линии вообще не того не защитил. Вот, короче, я не помню, как она называется, можете пересмотреть тот выпуск, он всего, по-моему, часа на 4. И где-то он говорит про эту игру. Ну, в общем, там, да, был какой-то странный наклон земли. И здание надо было располагать не просто так, а именно с учетом наклона земли. Он говорил об этом в связи с тем, что эта игра была еще чуть ли не 100 лет назад, но вот совсем недавно только вышла в Стиме и говорил, что играл на нее пиратку и просто не знал, где ее можно было купить, а вот сейчас с удовольствием купил. Как всегда, это не проплаченная реклама канала Дмитрия Бочила, просто он замечательный, интеллигентный человек со своим видением мира и... в том пространстве, которое нравится мне. Я, конечно, знаю компьютеры далеко не так хорошо, но мне очень нравится это слушать. Я вообще люблю разные компьютерные штуки. Радио Ти, в котором не понимаю 20% из того, о чем они говорят, но там есть интересные люди. И вот Дмитрий Обочил, но он в основном говорит о том, что близко. То, что просто. Ну, блин, ты еще и это съел. Черт! Как мне с этим справляться? А дайте-ка мы вас... А, если я, кстати, взорву... Я уничтожу вообще мест... Эй! Я уничтожу вообще возможность сажать здесь, или я только горшок уни... А, вы съели! Черт! Короче... Дипония скоро закончится. И будет снова непонятно что. Это меня потянуло на квесты, мне нравятся квесты. И не исключено, что будет что-нибудь еще такое. А может быть будет Half-Life, эпизод 2... Два, и выйдет после того, как я досниму Half-Life эпизод 2, Half-Life 3. Я ж вообще верю в то, что я... Как-то все-таки история этого мира завязана немножечко и на мне, потому что у меня нет доказательств, что... Существует что-то кроме меня. Но это вот такие есть... На этом люди с ума сходят, когда не могут себе доказать, что люди вокруг живые, а не только он сам. Но я, естественно, верю, что все-таки люди вокруг живые, потому что если бы люди вокруг были не живые, а существовал только я, то я бы жил в несколько более замечательных условиях. Хотя можно поверить в то, что у меня миллион жизней, и в каждую из этих жизней выбираются какие-то специфические условия этой жизни. Вполне возможно, что и так. К чему я это все начал? Я не помню. Ну, короче, это была какая-то очень философский загиб. А, потому что все-таки как-то то, что происходит в моей сугубо личной жизни, как-то влияет на мир вокруг. И не исключено, что когда я досниму всю историю Half-Life, все-таки выйдет Half-Life 3, которые ждут миллионы людей. Но для этого, правда, мне, скорее всего, надо поиграть еще в первый Half-Life на записи. Вот это я
очень не планировал делать, хотя первый Half-Life я никогда не проходил. Я играл в него только в детстве, на моем воспетом в былинах Pentium Pro 180 МГц, 64 МБ RAM. Не знаю, была ли у него видеокарта, но 3DFX точно не было, потому что у меня были игры, которые требовали 3DFX, и они у меня не шли. А еще не было сопроцессора MMX, вернее инструкция MMX, это не сопроцессор, сопроцессор это другое. Помню, что игры с MMX у меня тоже не шли, и я этому страшно злился. Была какая-то игра, что-то про Вьетнам, и вот она у меня, зараза, не шла. А может быть, это у меня уже на Pentium... У меня был Pentium 3 или у меня был Pentium 4 потом? Pentium 2 у меня точно не было. Скорее всего, после Pentium Pro у меня уже был Pentium 4, а может быть и нет. Но точно помню, тогда я еще не умел собирать компьютеры, и он был покупным. Ну вот, я играл в Half-Life на этом Pentium Pro, и она мне показалась жутко страшной. Тогда я был еще маленький, она мне показалась жутко страшной, когда на меня прыгнул первый хэдкраб из отверстия вентиляционного, и я как-то в нее не пошло у меня. И вот так я и не играл, я даже не знаю. Все мне предлагали поиграть в этот... Блин, не Condition Zero, Condition Zero — это Counter-Strike. Как называлась игра, которая выходила-то... Ну, переделка первого Half-Life, вы все отлично знаете, о чем я говорю, только я сам не помню. Но, опять-таки, я пока что не стремлюсь к этому, но, может быть, почему нет. Но все-таки мне кажется правильнее, если не играл, играть все-таки в первый Half-Life, только я не уверен. Вообще, сейчас есть в Steam'е первый Half-Life в его оригинальном виде? Или есть только первый Half-Life Source? Потому что, по-моему, движок Source появился сильно позже первого Half-Life, он появился в Half-Life 2. А может быть, я ошибаюсь? Черт, но меня как-то... Я как-то пока что справляю... А, у меня же есть вот эта фиговина! Черт, только мне надо... А я не успею его уничтожить, да, я не успею посадить эту фиговину. А, это тоже гриб! Я забыл, все. Ну, короче, все. Сейчас меня жестко возьмут. И мы будем играть заново. Надеюсь, в следующий случайный выбор у меня повезет. И да, у меня останется как раз времени ровно на один случайный выбор. Все, меня нагибают. Ребята, надеюсь, мне повезет. Где у меня кнопка «Мне повезет»? Это какая-то очень большая труба у него. Чуть не сказал жуткую пошлость. И, кстати, здесь тоже растет растеньица. Я вот не обращал внимания, а когда был ночной уровень прошлый, обратил... Вот посмотрите на этих, по-моему, то ли на тыквах, то ли на звездах, вот такая вот же фиговинка растет сверху. И, ну да, и вообще, смотря на это, мне кажется, что это либо гриб, либо плесень. Большая такая плесень, жирная. Да, плесень — это же грибы вообще. Короче, я задумался. Попробовать снова. Давайте мне что-нибудь удачное. Вот это вот... где солнце? Вот солнце. Я, кстати, сделал опять паузу на попить чай, и мне пришла в голову очень бредовая мысль. Я подумал, что мне сейчас делать случайный выбор, и вот я делаю это мышкой. А было бы очень плохо, если бы я делал случайный выбор с помощью клавиатуры, потому что я бы жамкал все клавиши без разбора и обязательно бы нажал на клавишу, которая вырубает у меня запись видео. А потом я подумал, что... Блин... Это жирная, однако, клавиатура должна была быть, чтобы на каждую клавишу соответствовало каждое растение. Ну, естественно, на обычной клавиатуре хватит клавиш, просто я представил себе такой нампад. Вот, вот это же квадратненькое окошко, я представил себе нампад, где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Где 6 на 8 клавиш? 6 и 8, 48, 7 и 8, 56, 8 и 8, 64, 9 и 8... 72, да? Вот 9,8 не помню наизусть. Не. 9,9... 81. А 9,8... 9,8 это 80 минус 8. 72. Да. А я почему-то 90 минус 8 сделал. Короче, да. Таблица и умножение из меня уже немножечко вылезла. Но не очень. Выбираем. В этот раз натыркал быстрее. Чё, натыркал? Эй. Понятно, почему натыркал быстрее.
А, ну одного всего не добрал, чем мне еще-то осталось? Мину. Это бесполезно на уровне крыши практически. Это не работает днем. О, вот это то, что мне надо. Сейчас мы победим. Не буду тупить, победим обязательно. Это бесполезно днем, это тоже ничего. Кстати, а можно вообще начать уровень, не взяв какое-то растение? Или надо обязательно его взять? А, надо брать все-таки, да? Я хотел просто исключить то, что мне не нужно, чтобы не путаться на нем, но нельзя. Ладно, поехали. Еще раз пробуем. Пожалуй, пожалуй, пожалуй. А, не, вот эти нулевые мне, кстати, очень полезны, потому что они загораживают. Их надо есть. На них надо тратить время зомбям, чтобы пройти ко мне поближе. Так что их обязательно надо сажать, тем более же они очень быстро восстанавливаются и бесплатные. Так что сейчас практически у зомби не останется шанса. У меня есть все, что мне нужно. Только я, как всегда, не помню, капуста наносит больше очков урона, чем зернопульта. Хоть зернопульта и задерживает зомби, или все-таки они наносят одинаково. Давно я не читал тематические сайты по Plants vs. Zombies, да практически никогда не читал, мне всегда это зрители говорили, а я всегда это читал, благодарил и забывал. Так что вот, эй, знал бы, что здесь пойдет, еще бы сделал. Но, кажется, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А где вы живете, бабушка? В Сочи, милок. Сдавай. Так, все. Если кто не знает, это была цитата из замечательной миниатюры старого-старого КВНа. Пиковая дама миниатюра называется от команда-то. Черт, белорусская команда была. Я давно не уходил в запой и не смотрел старый КВН, старый-старый, в смысле, самого конца 90-х. Надо бы это как-нибудь восстановить. Очень плохо, мне даже стыдно, мне реально стыдно. Ну да, ничего, скоро все будет хорошо, скоро шашлыки. Да, если кто-нибудь из моих друзей слышит меня, то уже хочется шашлыков. Но правда, солнечные дни что-то прошли, вот пошли дожди, а шашлыки у нас обычно всегда первые были на майские праздники. Правда, в городе уже прям пахнет шашлыками. Но правда, пахло вот как раз, когда были солнечные дни, температура плюс 13. Но если что, то я готов, я даже готов вложить буквально много-много денег. Много-много свободного времени, да. Не, много-много свободного времени не готов. Чуть свободного времени у меня вообще мало. Очень мало. Это даже плохо вообще. Так, чем мне отбиваться? Я обещал, что у нас все будет круто, у меня едят растений. Мой растений едят, блин. Эй, 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 эй. Во, давай сюда хотя бы зернопульту пока что. Эй! Ладно, ладно, ладно. Сейчас мы справимся, сейчас мы как-нибудь справимся. У меня уже по двум линиям есть двойной урон, и он успевает отрабатывать, блин. Отрабатывай, кому сказал. Так, успей, успел. Успел, 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 успел. Зернопульта сюда. Зернопульта сюда. Вот за... Заколдобился. Заколдобился сюда эту. Так, сюда эту, сюда. Пока что грибок. Грибок, грибок. Да, ты грибок почти как плесень, который я упоминал, только культурная. ВСП, я представил, что такое будет, если есть плесень. Ну хотя, кстати, парацетамол-то это самый... Не, не парацетамол, пенициллин. Это же его придумали как выработку из плесени. Мне до сих пор интересно. Все-таки парацетамол делался из какого-то особенного сорта плесени или практически из любого вообще бывает ли у плесени сорта. Привет всем, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает. Приятного аппетита! Ну, в общем, как-то именно антибиотики с плесенью были связаны изначально, я это точно помню. Кому интересно, почитайте, наверняка об этом есть Википедия. Естественно, сейчас есть какие-то химические антибиотики, но вот... Кстати, как его придумали? Придумывали, по-моему, даже в 20 веке антибиотики. Мне кажется, когда-то в районе войн. Потому что, да, это не веселая тема, не буду ее развивать. Просто мне показалось, что именно тогда, когда очень много раненых и все очень плохо, начинает развиваться медицина. Потому что так, ну, люди помирают потихоньку, незаметно, но помирают и помирают. Вот когда уже надо нацию спасать, тогда как-то внезапно начинает развиваться медицина. Да, считай, сегодня прям погружен в какую-то непонятную философию, но слава богу, эта серия скоро закончится.
И я перейду к съемке новой серии Дипонии, в которой у меня в основном нету моей мысли. Ну, конечно, есть. И это в основном бесит моих новых зрителей. Но во многом я там зачитываю диалогики и работаю логически именно по игре, и мне это очень нравится тоже. Все-таки надо иногда мозг разгружать и просто знать, что ты всегда можешь начать серию, и ты будешь знать, что говорить, игра сама подскажет тебе. Потому что вот сейчас я никак не ожидал, что, например, хорошо проговорю это видео. Но уже, если честно, очень хочется, чтобы оно поскорее закончилось, потому что мысль исчезает, или хочу, чтобы меня начали злостно-злостно атаковать просто вообще. Чтобы просто ни секунды без защиты. Защита, где ты? Не защита. Ну да, кстати, защита, потому что что-то защиты у меня пока что нету, я не могу даже вырваться. Вырваться за пределы там. Ну хотя уже вперед немножко иду, вот третью линию наконец начал засаживать кукурузометами. Как она, кстати, называется? Зернопульта, да. А это уже капуста пульта. А, кукурузомет. А, не, был горохомет, да. Горохстрел, горохомет, горохомет это улучшенный горохострел. Ну чё ж вы у меня все съедаете-то моих, вот замедлись. Я хочу, чтобы тебя забило. Эй! Ну ладно, не получилось. Не получилось, собственно говоря, и ладно, получится чуть попозже. Еще одну зернопульту сюда. Может быть, кстати, но это не будет злостная волна, я боюсь. Это первая волна на крыше. Первые волны, они всегда достаточно простые, хотя вот не сумел отбиться от первого. Но у меня там и были совсем простенькие растения, так что все нормально. Просто я думал мин посажать куда-нибудь сюда, но думаю, что это даже не представляет себе особенной нужды, но если будет возможность, посажаю. У меня что-то денег уже достаточно много, зернопульты успевают дольше, чем я успеваю что-нибудь сажать. Поэтому пока что можно, например, сажать уже какую-нибудь капусту. Сажать какую-нибудь... Хотел сказать, что в этой игре почему-то нет морковки. Ну да, в Plants vs. Zombies 2 морковка, по-моему, была. Она там то ли бумеранги стреляла, то ли еще что-то. Ну, Plants vs. Zombies 2... Как всегда, всем ждущим Plants vs. Zombies 2... Либо все ачивки, либо 100 серий с лишним, но вот... Пока что у меня вполне идет Plants vs. Zombies, и она мне нравится. Может быть, когда я это прохождение еще раз закончу. Но что-то... Один очень замечательный человек... Даже не знаю, не будет это ему лишней рекламы или нет, но его ник, по крайней мере, под которым он мне написал, Stalky Pro, если я не ошибаюсь, сделал мне офигительный перевод, очень глубокий, и очень многих фраз из Plants vs. Zombies 2, так что, мне кажется, на пару лет мне этого перевода вполне себе бы хватило, так что, если буду снимать Plants vs. Zombies 2, не будет того дикого ужаса, как в моем новогоднем видео, и, дорогой Stalky Pro, я тебе говорю еще раз огромное спасибо. Можешь мне написать, пожалуйста, если это слышишь. Можешь не писать, мне все равно приятно уже то, что мы с тобой общались. Потому что вообще редко люди делают такие полезные вещи, реально. Вот. Так, у меня съели, мне надо это делать. Главное, чтобы у меня это не потерлось из почты, чтобы я не потерял пароль от почты, и чтобы, если я буду снимать, я не забыл этим пользоваться. Потому что, как всегда, самые замечательные начинания иногда портятся под... неправильной реализацией, как у меня хрипит горло, где мой чай. Черт, чай кончился, где моя вода? У меня уже сейчас просто отошло уже без воды. Нет, не отошло. Во! Ну да, пока что Дэйв ничего не говорит. Следующий уровень будет уже посложнее. Ой, как я не люблю этих палочников на крыше. Вы бы знали. Но узнаете потом. Пока что это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь на канал. Здесь есть не одни Plants vs. Zombies, хотя по ним у меня до сих пор самое большое количество просмотров, зрителей и всего остального. До свидания. Пока.